Без женщин жить нельзя на свете, и это очевидно. В металлургии без прекрасной половины человечества тоже не обойтись. Женщины Оскольского электрометаллургического комбината участвуют в производстве окатышей, стали и сортового проката. Внимательно следят за качеством металла в ОТК, управляют грузоподъемными механизмами, занимаются вопросами экономики и финансирования, следят за здоровьем и внешним видом металлургов. Женщины успевают все. Посвящая себя работе, семье, увлечениям, они вовлекают в водоворот пестрой жизни мужчин, которые не устают восхищаться ими – успешными, красивыми, любящими и любимыми, живущими в согласии с собой. В каждой множество образов, стихии настроений, изюминка и шарм, волшебство и вдохновение, уловить которые сумел фотохудожник управления по корпоративным коммуникациям ОМК Валерий Воронов, автор фотовыставки «Комплимент». Смотрите сами! Оператор поста управления электросталеплавильного цеха, самого главного подразделения на ОМК, Галина Дрожжина – настоящая укротительница металла. «Люблю свою работу и ни на что ее не променяю», – говорит девушка. Но решительная Галина вмиг становится обворожительной, когда речь заходит о творчестве. Прекрасная вокалистка не раз побеждала в конкурсе «Таланты ОМК». Музыка – ее вторая натура. Романс о жизни и любви Галины Дрожжиной звучит в фотоснимках. Зарядка на завтрак, обед и ужин – девиз Елены Ниловой, старшего инструктора по спорту физкультурно-оздоровительного комплекса ОМК. 21 год – эта энергичная, эмоциональная и харизматичная женщина помогает женщинам комбината оставаться стройными и подтянутыми. Каждое занятие – сюрприз, не просто классическая аэробика, еще и восточные, ирландские, латиноамериканские танцы, рок-н-ролл. В редкие свободные минуты Елена, фитнес-тренер, превращается в Елену прекрасную, мудрую и умиротворенную женщину, которая знает, жизнь удивительна и многогранна. Бесспорной уверенностью в этом Елена Нилова щедро делится со всеми без исключения. Евгения Найденова, кладовщик электроэнергоремонтного цеха, незаменимый работник. Настоящая хозяйка, хранительница разнообразного инструмента, номенклатура которого составляет более 1000 наименований. Все разложено в строгом порядке, иначе и быть не может у аккуратного и ответственного кладовщика. Современная девушка обожает кинематограф 30-х годов прошлого века и не раз представляла себя в образе актрис черно-белых кинолент. Вера Кутаисова работает электромехаником по автоматике и приборам технологического оборудования во втором сортопрокатном цехе. Не каждому мужчине по плечу такая ответственная должность. Она требует глубоких знаний технологического процесса, собранности и внимательности. А лучший отдых для Веры – активное участие в корпоративных мероприятиях. Она легка на подъем, музыкально, артистично и очень фотогенична. Ольга Кобрисева руководит социальным отделом ОМК. У нее множество дел, поручений, мероприятий, всегда ответственных и очень важных. Серьезность и безграничная доброта, любовь к людям и стремление помочь – в этом жизненная философия улыбчивой и светлой женщины, самодостаточной и очень красивой. Рабочий день инженера-программиста управления информационных технологий Ларисы Ткаченко насыщен алгоритмами и кодами. Нужно не только написать программу, но и протестировать, аргументировать руководству все ее преимущества. Но Лариса никогда не отступает перед трудностями, ведь она спортсменка и активистка. А еще романтичная натура, мечтающая о бескрайнем небе и синем-синем море. Такие разные и замечательные женщины окружают вас каждый день, дорогие мужчины. Если вам кажется, что вы знаете о нас все, вы ошибаетесь, потому что мы сами порой не можем в себе разобраться. Такие уж мы, женщины. Дарите нам цветы и комплименты. Любите нас за нашу непосредственность и за то, что мы есть.